Всем привет! Вот мы наконец-таки продолжаем проходить Iconic Lands Midway. Мы приехали на ракете и смотрим, где тут кто. Ой, возможно, в этих капсулах мы сможем вернуться домой. Я знаю, что тут должна выяснится карта, на которую можно выбрать пункт назначения. И все, наверное. И убежал. Будем бегать? И еще насчет белых дверей. Они открываются только, когда к ним подхожу я. Эта система безопасности похожа на то, что была на входе в концерн с теми камерами. Здесь все, за все отвечают эти цветные панели. Поэтому можешь не ломать голову над тем, как же обойти эту систему. Ясненько. Как вот действие-то будет? Или только будем двери открывать? И бегать. Мидвей, ученики, добро пожаловать. Я ж как-то не так прочитала, но суть понятна. Мы в двери будем ходить. Зарезервирован для Эммет Дарленд. Зарезервирован для Эшлин Ферье. Би Блокрок. О, это мы знаем. Знали. Оливер Шарт. Джозеф Глаз. Матерь. Это тоже мы знали. Святой Чадо Ройл. Ой, его кабинка. Мэдлин Бинош. Чё, домой даже не зайдешь? О, Бинош, по-моему, тоже был. Тара-тара-тара-та. Скучно бегать так. Вот эта змеюка. Я вижу его. Подумай только, он так близко к нам. По форме, отсюда он действительно напоминает звездного червя. Ближе меня к нему еще никто так не находился. Вот он, рядом. Когда-то бывшее святое чадо желает поговорить с Богом. Как это странно. Но я делаю это не ради себя. Ради каждой частички на планете. Ради Мины и Элра. Ради всех. И ради тебя, Робин. Все. Я попытаюсь использовать все имеющиеся силы. И тогда у меня получится с ним связаться. Он заметит меня. Вся наша надежда на то, что поговорив с нами, возможно, он жалится над нами. Мне кажется, он сейчас разозлится от твоей... Не до магии. Все, вздох. Фух, нужно постараться. Нет. Он вздрогнул, правда ведь? Нет, он определенно поворачивается. Он и правда выслушает меня. Я не готов. Он к тому же так быстро приближается. Мне кажется, он сейчас тебя поцелует прям в стеклышко. Кажется. Да-да. Пошли назад. О, мой дорогой бог! То есть, о, великий и чудесный бог! О, великолепный звездный червь. О, смерть. Я смерть. Не смею смотреть на вас. Великолепный, прекрасный, замечательный бог. Спасибо, что согласились выслушать меня. Как-то на червя он не сильно, кстати, смахивает. Осматый какой-то. От имени всего человечества. Я приветствую вас. Ну ладно. Как мы поняли, вы решили посетить нашу планету, будучи недовольны нами. На самом деле, было совершенно много плохих поступков. Совершено. Совершенно. Не, совершенно. Совершенно должно быть, а не совершенно. То есть, считаю, еще нормально. И немало людей разрушило ваши святые законы. Нарушило. Вот это уже неправильно. Однако, я молю от всей души, что вы сжались над нами и уничтожили нас. Я ваше скромное творение и представитель рода человеческого. Был обманут теми, кто заявлял, что действует согласно вашим желаниям.
Но это была откровенная ложь. Множество людей заблуждалось этой полуправдой. Я, как святой представитель вашего рода, обращаюсь к вам по поводу суда над нами и хочу сказать, не все люди плохие. Мне кажется, он просто спал и спал. Я сказал что-то не то, мой господин. Я надеюсь, я не оскорбила своими манерами. Вы здесь, чтобы уничтожить нас. Вы можете пощадить планету. Пожалуйста, благословите нас своим ответом. Чего вы не отвечаете? Я Ройл, избранный лидер. Я был избран вами. Я ведь был избран вами, да? Говори со мной. Что происходит? Подожди, что ты делаешь? Почему ты уходишь? Вернись! Ты не можешь просто игнорировать меня. Я Ройл. Я божество, как и ты. Ты будешь говорить со мной? Опа. Поговорили. Что происходит с моей головой? Опа. Мое предсказание сбылось зато. Фу. На личинку похоже, не на червя. Ой-ой-ой-ой. А как мне это? Халду-то, блин. Подстава. Вот, блин, придумали. Что я наделал? Ты! Меня все ненавидят. Ну да, я все испортил. Сейчас я тебя ненавижу еще. Есть какое-нибудь ускорение? Ты же понимаешь, тяжело тушу. Я никчемный грешник. О! Это не жопа. Мне нельзя так. Жаль. Я-то думала, что мы выживем. Даже, блин, в кабинку не зашли. Я ошибка. А ладно, нормально, еще 2 минуты. Скажи мне честно, я должен умереть. Сегодня, наконец-то, буду довольна. Я, ну как все. Большинство все равно, наверное. Печально. Походу, я стала... я его кинула. Извините, ребята, кто любил Ройла, у меня другого выхода не было. Вообще, я очень сожалею об этом. Возможно, я не нашла правильный путь. И можно было его как-то тащить. Слушай, а, наверное, можно было бы. Наверное, я могла его перетащить пушкой. Но я поспешила. Ладно. Переживем. О, мы прямо у дома. Спас шар. Кажись, Робин расстроился. Что, Робин? Как ты? Ты в порядке, милая? Ты вернулась одна? Что ж, скоро придет и наш черед, верно? Извини, это ужасно. Ты хотя бы вернулась домой. Ты чертовски хороша. Ха. Это чревообразное создание врезало в землю неподалеку. Что теперь будет? Неужто он еще жив?
Милая Робин. А нет, не он. Пожалуйста, не думай, что ты всех подвела. Страшно подумай, сколько всего тебе удалось сделать. Просто хотела помочь, несмотря на все преграды. Так что ты крутая, понятно? Благодаря тебе я поняла, что иногда веду себя как стерва. И что бываю эгоисткой. Некоторые решения в жизни принимаются не только ради себя. Они принимаются ради остальных. Но мне все равно не дает покоя мысль, что я разрушила свои отношения с Самбой и мамой. Думать о таком нормально, но иногда кажется, что в жизни есть куда более значимая цель. Правда? Эх, я как будто нахваталась всяких цитат из учебников, но эти слова передают мою основную мысль. Может быть, я этими словами пытаюсь себя как-то оправдать? Я люблю этим заниматься. Твой брат сейчас внутри. Вместе с ним там сейчас ребята, что помогали нам все это время. Тебе стоит зайти. Судя по всему, несколько все-таки концовок. Робин, прости меня за все глупости, что я наговорила или сделала. Мы все тебя любим, окей? Не забывай это. Ты больше, чем все. Я хотела бы я, чтобы этот мир знал это. Мне пора домой. Кто знает, сколько дней, часов или минут осталось в нашем распоряжении. Вечно я борюсь сама с собой. Мне всегда кажется, что все меня ненавидят. Прощай, Робин. Блин, за всю игру Робин не проронила ни слова. Увидимся в другом мире. Ух ты, Робин. Ого! Ты как-то причастна к этому столкновению? Химика тебе рассказывает такие чумовые истории. Но это все правда? Ты даже слетала в космос и вернулась обратно. Похоже, все вышло не так, как хотелось. Пока ты была там, он упал на нас прямо с неба. Ты уже многое сделала для нас все. Пришло время остановиться. Будь что будет. Мир останется цел и невредим, если не станет подчиняться этой штуке, Тиган. Так-так, неужто ты хочешь сказать, что наш Робин сможет сразиться с громадным чудовищным червем? У него весьма большой гаечный ключ, но и он не очень-то похож на болтик, так ведь? Механики могут избавиться от любой неполадки, главное, под каким углом на нее посмотреть. Ну правда, Робин. Тебе давно нужно именовать королеву механиков, но тебе стоит все-таки отдохнуть. Я дружу с Эллором уже довольно долго. Я хорошо его знаю. Что-то он, кстати, молчит. Я знаю, что он может сделать или не может сделать. Я всегда старалась помогать ему идти в правильном направлении. Если он говорит, что я остаюсь, то я сделаю все в точности наоборот. Например, нажму на кнопку вместо него. Он любит тебя. Ты его подсолнышко. Даже когда одна из ее машин перестанет работать, она с опачканным от сажи лицом продолжает улыбаться. Подсолнышко всегда смотрит в сторону солнца. Может, тогда подсолнышко сможет убедить этого упрямца лечь в кровать? Он все продолжает сидеть на стуле, игнорируя советы доктора. Мы оставим вас наедине. Что бы ни случилось, я желаю тебе самого хорошего. Ну, лучшего. Ну что, наш заботливый доктор, встретишь закат вместе со мной? О, с прегромаднейшим удовольствием. Пока. Кися, увидимся. Не забывайте кушать овощи. Откуда у меня кися? Он желает не спослать на тебя эпитимию прямо в твоем собственном доме. Ну, мы оба с тобой выросли здесь. Можно здесь и умереть. Тихон и Густаво, они попытались тебя приободрить. Ты это заметила? Даже сейчас они глупо надеются на что-то. Я пыталась сказать вам, что затея с ракетой была бессмысленной. Но ты вернулась, и это хорошо. Может, мы снова увидимся с Элрой? Мне так ее не хватает. Эллой?
Пожалуйста, останься рядом со мной. Встретим конец света вместе. Это все, что я хочу, только ты и я. Ну, как тебе сказать, я хочу кищу. А что мне делать-то? Не подскажете? Пожалуйста, останься со мной. Бла-бла-бла. Мне что-то какой-то потайный ход был. Нет? Наверное, нам надо на вопросительный знак, подумала я. Ой. Угу. Я извиняюсь. Как мне забраться наверх? Никак. Ну ладно. Место падения. Ух ты. Таки. Мне казалось, я так делаю. Интересно. Вон. Собака. Да ё-моё. Иди сюда. Вы не попали. Давайте сюда. Ты сука. Прыгай, пупсик. Ну ты, блин. О. А, я уж подумал, еще что-то будет сейчас. Ёпта. А, и чего у вас так много? Ой, только это хрени. И не хватало. Ну, собаки. Их тоже надо убить. А нет. А, Уэйд так убивается. Ясно. То есть тактика все та же. Ничего нет полезного.
Опять? Ну да. Ничего нового. Ёпты. Так откуда у вас так много? Понимаешь, что эта хрень не мешает? Их теперь две. Блин, стреляй. Вот так, блин. Я, кстати, забыла, как убивать еще. А, все, вспомнил. Да, да блин. Да. Так. Че, опять? Хотя попрыгать нормально. Что за хрень? А-а-а! Появляется там, где я хочу, чтобы она осталась. Так это олень. Олень. О, сохранёшка. Необычная даже. Блин, куда идти надо? Что, мне кажется, не сюда. Понятно. Это лифт. Это нормально. Походу, сейчас будем биться с Богом. Ух. Круто. Это мне плохо ли ему? Оу. Ничего себе. Что за, блин? Интересная игра. Ай, цветочек растет. Не успели. Ой. Ой. Собака. Блин, он падает. Или не падает все-таки.
О, наконец-таки. О, солнышек! Можно мне жизни? Пожалуйста. Да, помощь снова. Прикол. О, понятно. Пока не так плохо. Можно мне? Пока я сейчас умру. Жизни я все равно хочу. Дайте, пожалуйста, жизнь. Или хотя бы сохранение. Ой, это не Элра был случайно? Папа? А, это воспоминания. Ну, какая миленькая. Робин, доченька моя. Твоя мама любила говорить о том, как ей нравилось жить среди полей. Когда я увидел ее впервые, на ней было шикарное платье. Она признавала своей вечной любви к природе. Мне стало ясно, что вести жизнь с ведением своего хозяйства был самой настоящей свободой. У ее отца были способности в этом деле, поэтому получил эту профессию. Я все сил пытался поступать правильным образом. Ты пришла ко мне. По-твоему, ты заботишься? Но ты враждуешь со мной. Я лишь тебя защищал. Я не знаю, почему ты сомневалась в моих намерениях, но теперь ты ясно видишь, куда тебя и Элра привели твои амбиции. Твоя мать была дочерью фермера, и у нее была спокойная, беззаботная жизнь. Ну, до того, как мы познакомились. Но причины тому фермерства не было. Я надеялась, ты займешься этим делом. Мне кажется, ты уже давно перестала меня слушать. Ты сделала свой выбор, но куда он привел Элра? Нужно думать о близких тебе людях. Нельзя лишь думать о себе. Я хочу лишь, чтобы ты согласилась, что ты не всесильна. Семья важнее всего остального. Иди ко мне, Робин. Я проиграл? Не, не проиграл. Но жизни-то нет. Дядя. Ой, надеюсь, мы начнем с этого места. Зато теперь будем уворачиваться. Не пропускается. Так, это больше все-таки бьет. Ладно. Зачем два глаза? Мать, так нечестно. Этого было не так.
Да блин, тормознул ты, ты дядя. О, жизнь. Ну че? О, шикарно. Эй! Так, один удар остался. Ну, ладно, не один. Но немножко осталось. О! И... Зачем? А зачем? Не понял. Ни хрена не понял. А, понятно. Нет руки, нет проблем. Ой-ой. Можно мне жизнь? Эй! Опять. Жизни нет. Опа! Блин, поспешила. Опачки. Все? Надо пойти на безопасное расстояние. Ух ты. Еще не все? Ну, нет у тебя крови, что? Птица, там все хорошо? У меня жизни нет! Ну ж ты! Что за хрень? О, жизнь! О, жизнь! Спасибо, птиц! Ой-ой-ой-ой-ой! Собака. Ну тебя бить-то. У тебя тоже эта штука. Тоже механик. Блин. Ну это задавит своей жирной жопой. А если я... Али. Обманываю собака. Ух, сердечко! Прыгаешь или чё? Сила. Олень! Весна, олень. Опа. Ой, я что за камни ты тут взял?
Серьезно, я не знаю, как твои камни убрать. Так, они почти кончились в свое время. Не, все-таки правильно дело. Все понял. Я не понял. Ты жизни! Ну дай. О. Спасибо. Пока. А это предсказание. Ю. Не, давай сюда. Топ-а-топ. За хрень. Ай. Понятно. Вот тут. Двелся. Прыгает. Ой, птичку-то немного осталось. Ай. Ой. Нет. Я задавила. Бум. А чё я устала? Карма. О, реально черт. До этого не выглядел как черт. Ух ты. Или они будут добрыми? Красота? Да, красота.
Человек больше ходить не буду. Вернулась. Вокруг вдруг выросли деревья, и толчки закончились. Это все ты, да? Правильно спать. Ладно, Робин. Я перестану указывать, что тебе следует делать. Где мина? Вот мы и прошли игру. Всем спасибо за внимание. Кстати, можно так походу посмотреть, что делали ребятки. На самом деле, у нас еще вот только 50% осталось. Ну, точнее, 50% только пройдено. То есть осталось где-то так. О, мы никого не убили. Какие мы молодцы. Цветочек. Помню цветочек.